Друзья, здравствуйте. Сегодня жуткая, нехорошая история из серии «Нам позвонили». Нам позвонили из клиники. И врач заявил, что им в клинику второй день подряд приносят щенка. Сейчас его принесли в третий раз. У ребенка сломан таз и ребра. Когда говорят, что ребенок болен и необходима операция, люди кивают головой и уходят. В результате сначала один человек принес, потом другой. И все время приходят разные люди. А сегодня возле подъезда ребенка нашла девушка. Ее зовут Настя. Нашла сегодня утром собаку около подъезда своего. Была маленький-маленький комочек, лежала и замерзшая. Взяла ее домой, потому что не могла просто пройти мимо. Она вообще не двигалась, она не ела, не пила, вообще ничего не делала. И не двигалась, даже голову не поднимала. И утром мы поехали в ветеринарную клинику Альтаир. Ее просмотрели, сделали рентген, и оказалось, что у нее сломан таз и два ребра. И легкая пневмония, потому что она лежала на улице. Она не двигается, ей нужна операция, дорогостоящая, чтобы она смогла ходить. И всего 3 месяца, она еще маленькая, она хочет жить. Ее 2 раза уже угоняли на улицу, выбрасывали, и никак никто не мог помочь. Она хочет жить, она хочет любви и ласки. Самое главное, просто помогите ей. И уже когда она принесла в клинику, тогда позвонили нам и спросили, можем ли мы помочь. Друзья, разумеется, я сказала, да, можем. Когда мы с вами отказывали? По-моему, никогда. Мы всегда брались за самое тяжелое, самое трудное. И я очень благодарна вам за то, что вы с нами рядом. Ребята, сейчас у нас с вами маленький ребенок, 3-месячная девочка. У нее сломан таз и сломаны ребра. Завтра будет озвучено, завтра ее осмотрит врач и завтра озвучит, какая будет стоимость операции. Я знаю, что этот месяц был очень страшным и очень тяжелым по операциям. Ребята, но мы справились. И я прошу вас, в преддверии Нового года, давайте творить добро. Давайте спасем еще одну жизнь. Я очень вам благодарна, всем сердцем, искренне. Но не могу я пройти мимо, ребят. И одному сделать это очень трудно. А когда мы вместе, у нас с вами очень хорошо получается. Ведь посмотрите, сколько жизней мы с вами спасаем. Не только тех, кого кормим каждый день, 3000 в приюте. Ребят, к нам раз в неделю падает кто-то поломанный, кто-то сбитый, кто-то отравленный. И таких детей много. Ребята, нам бы продержаться до конца этого года и хотя бы запастись кормом. И спасти тех, кого Бог нам послал. Малышке Роуз Бог дал третий шанс. Третий шанс. И этим третьим шансом оказались мы. Беленькая, красивая, нежная ребенок. Друзья, обращаюсь к вам, как бы тяжело ни было, отзовитесь, пожалуйста, и давайте спасем ребенку жизнь. Доброго вам здоровья от всего сердца и с наступающим вас Новым годом. Пусть он будет для вас легким и веселым, насыщенным и благотворным, а все беды, всю боль давайте мы с вами оставим в этом году. Спасибо вам за то, что вы рядом. Спасибо за дружбу и за помощь. Спасибо за человечность.